С вами Санта Клаус. И сегодня я расскажу вам, как создать новогоднее настроение и подготовить комнату к празднику. Итак, для начала нужно включить новогоднюю мелодию. Теперь приступим. Теперь можно приступить. Давайте поставим елку. Вау! Вот это елка. Ай, колючая! Ну что ж, давайте приступим. Начинаем украшать. Куч-куч. Смотрите, какая у меня игрушка. Выкладывайте в Инстаграм фотографии своей елки. Шестая гнездательная елка. Самые красивые елочки мы вынесем к себе. Все, полюбуйтесь, какая красота. Давайте ее сжжем. А давайте включим фонарики. Считайте со мной. Раз, два, три, елочка горит. Ура! Самое главное мы сделали. Давайте продолжим украшать комнату. Смотрите, это носок. А вы знаете, что с ним делают? Что с ним делают? Правильно, надевают на ногу. Это же носок. На самом деле, это чулок для подарков. Давайте его повесим. Я же еще умею говорить на английском. Поэтому я думаю, что если Санта-Клаус приведет подарок, будет два подарка. Ну и как же я могу забыть ту свою любимую свинюшечку? Как дела? И у нее же тоже Новый год. Первый в ее жизни. И для нее тоже елку сделала. И шарики маленькие. Камера, подойди поближе. Эй, свинюха, нравится елочка? Вот тебе еще елочка. Я тебе туда подарок положу. Нравится? Ну что ж, ребяточки, смотрите какой. Ого! Смотрите, какой лень прикольненький. Ребятки, надеюсь, вам понравится новый выпуск. Не забудьте поставить лайк. И подписаться на мой канал. Забудьте украсть свою комнату. Всем пока! Всем пока! Хорошего настроения! Покажу. А еще у меня очень много символа универсиады, лайков. Злата, но ведь символ не лайк, лайка.